Буквально год назад на этом месте был пустырь, а сейчас новый спортивный объект уже открыл свои двери. Этот спортивный зал играет очень большую роль для не только села Бетюнца, но и в целом Амгинского района, потому что здесь будут заниматься не только люди с ограниченными возможностями, но и в целом все жители Амгинского улуса. И в целом в будущем этот объект сыграет большую роль для развития массового спорта и физической культуры в Амгинском улусе. Объем финансирования этого объекта составил 130 миллионов рублей. Финансируется объект за счет пожертвования компании «Алроса» в целевой фонд будущих поколений. Не случайно этот зал построен именно в Бетюнцах. Это один из самых густонаселенных сел Амгинского улуса. И именно здесь находится реабилитационный центр для инвалидов. Многофункциональный спортивный зал для адаптивных видов спорта общей площадью более 1400 квадратных метров представляет из себя двухэтажное здание. На первом этаже расположен основной зал для занятий волейболом и баскетболом, а также тренажерный зал. На втором этаже борцовский зал. Все в здании адаптировано для людей с ограниченными возможностями. Зал оснащен сооружениями для комфорта маломобильных людей, пандусами, поручнями и подъемниками, а также знаками для слабовидящих и специальными тренажерами. Торжественную церемонию открытия зала посетил глава региона Айсен Николаев. Это показывает, что мы заботимся о всех людях республики, в том числе о тех, кто, несмотря на свои ограниченные возможности, находит в себе мужество и стойкость, занимается серьезно видами спорта и выступает на таких больших соревнованиях. Зал уже активно используется. Сейчас во время 7-х спортивных игр народов Якутии здесь проходят соревнования по волейболу сидя. Толкание ядра является одной из дисциплин легкой атлетики и, как оказалось, доступным видом спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. На играх народов Якутии в Амге за медали по толканию ядра в категории ПОДА, что расшифровывается как поражение опорно-двигательного аппарата, будут бороться 6 женщин и 12 мужчин. На соревнованиях разыгрывались 3 комплекта медалей. Один отдельно среди женщин и 2 комплекта среди мужчин в соответствии с их функциональной классификацией. Сегодня у нас участвует финальная часть соревнований 6 мужчин и 6 женщин в классе F55-57. Это класс сидячих спортсменов. И также участвуют мужчины в классе F36-38. Это у нас классы стоячих спортсменов с заболеванием ДЦП. Женщины сидячие у нас толкают 3 килограмма, а мужчины 4, а мужчины стоя толкают 5 килограмм. Каждый спортсмен совершает 6 бросков. При подведении итогов учитывается лишь один максимальный результат. Так, из позиции стоя среди мужчин лучший результат толкания ядра показал Яков Максимов из города Якутска и стал чемпионом в своей функциональной квалификации. Я не считаю, что я хорошо выступил. Не считаете? Почему? Какие проблемы? 6 попыток, 3 попытки только получились. 3 не засчитали. Угу. Заступ. Ну, технику вы соблюдали? Да. Какая у вас техника? То есть я знаю, что там есть разные, 3 даже класса. С разворота. Скачок. В толкании ядра из позиции сидя среди женщин не было равных амгинской спортсменке Виктории Петровой. Ее результат 6,15 метров. К слову, для совершения бросков из позиции сидя используется специализированный метательный станок. Среди мужчин из позиции сидя лучший бросок продемонстрировал Гаврил Мигалкин, студент 3-го курса Северо-Восточного федерального университета, представляющий Верхоянский улус. Член молодежной сборной России Диана Адаська закономерно заняла 1-е места вчера и сегодня. Это были завершающие соревнования нынешнего сезона. Все равно не скажу, что вышла я налегке, поэтому все равно боролась, но, естественно, это не самый лучший результат. В прыжке важную роль играет абсолютно все – температура воздуха, ветер, настрой. Здесь нельзя обойтись без контролируемой скорости бега, отработанного разбега, быстрого отталкивания и техничного приземления. Каждый прыгун измеряет разбег своими же стопами. У кого-то 106,5, а у кого-то доходит и до 140.
Отметку делают различными способами. Кто-то рисует мелом, кто-то клеит пластырь, а в ход идут флажки и даже кроссовки. В мужском дивизионе основная борьба шла между мегинцами. Лидер сборной Георгий Шергин сегодня также был близок, чтобы установить новый рекорд. Преодолев отметку в 7 метров 16 сантиметров, он повторил рекорд предыдущих игр. А вот сегодня ветер был, получается, противоположный, наоборот, да, встречный. И дул иногда еще то слева, то справа. Вот поэтому внес свои коррективы ветер. Подопечные Бориса Ильина за два дня завоевали 4 золота и 2 серебра. Вчера Георгий установил рекорд игр. Сегодня повторение рекорда игр. Если бы была погода лучше, результаты могли бы быть гораздо лучше и мог бы состояться даже рекорд республики. Один из участников, Леонид Григорьев, в народе известный как Леон, пробился в финал. Признается, что показал не самый лучший результат, но остался доволен своим выступлением и не только. Сегодня вроде много людей собралось, вроде половину стадиона, не то что там 21 человек. Прыгать дальше будете, да? Конечно, буду. На 7-х спортивных играх первый рекорд установлен именно в секторе прыжков. Теперь же атлетам в тройном прыжке нужно ориентироваться на отметку 15 метров 5 сантиметров. Туяра играет в волейбол уже более 2 десятилетий. Она начала заниматься еще с 9 лет. В играх народов Якутии выступает уже в 4-й раз. На них и встретила будущего мужа. Спартакиада была в Хандыге в 2003 году, а вторая в Сунтаре в 2006 и третья в городе Лёхнинск. Ага, мы встретились на соревнованиях в Сунтарах, и там и познакомились. У них двое детей. Старшей Динаре 12 лет. Она 3 года занимается волейболом и уже является чемпионкой республики. Младшей дочери пока только 4, но родители уверены, что и она пойдет по их стопам. Сам Николай начал заниматься в студенчестве и тоже добился немалых успехов. Для него это вторая спартакиада, но с женой они нередко играют вместе. Вместе всегда уезжаем в чемпионатах республики, в местных соревнованиях. Постоянно вместе ходим соревноваться. Где-то в 2010 году, что ли, там чемпионат республики проводили в городе. И там первое место заняли. В одной команде играть со своей женой, трудно. Конечно, разные моменты бывают. Всего на соревнованиях в этом году будут участвовать 12 мужских и 12 женских команд. Все команды разделены на 4 группы. Чтобы судить матчи, на игры приехали профессиональные арбитры. Всего судьи задействовано 22 человека, с линейными, считай, и с секретарями, судьями. Судьи у нас все первой категории. Приезжие, 12 человек приедет, они все с категориями судей. Для наших героев, которые нынче являются хозяевами игр, это двойная ответственность. Наряду с несколькими другими видами спорта соревнования по волейболу будут проходить в новом многофункциональном спортивном центре, который был построен в прошлом году специально для проведения этих игр. Стоит отметить, что это первые соревнования подобного уровня, которые будут проходить в этом центре. Команда Амгинского Улуса – победитель прошлых игр, которые прошли в Намском Улусе, и в этом году им предстоит защитить свой титул. По словам организаторов, силы команд равны, а потому исход соревнований остается загадкой. Ветераны, мужчины и юниоры в таком составе принимают участие команды бильярдистов. 16 сборных из районов республики и Якутска. Соревнования проходят по принципу пирамиды. Правила бильярда у нас командный спорт. Соответственно, играет свободную пирамиду, играют 3 представителя СУЛУСа. Это ветераны 50 и старше, абсолютные, это категория, значит, мужчины и юноши до 16 лет. До последнего оставалось под вопросом участие бильярдистов из Момского района. Команда 3 дня не могла вылететь в Якутск из-за непогоды. Но накануне турнира природа все же проявила благосклонность к северянам. Долгие часы в самолете и в машине. Глубокой ночью команда все же достигла своего пункта назначения. Приходится так выступать, но мы не привыкшие люди. А зимой, например, на соревнования едем на машинах, на автомобилях.
по двое суток ездим. Бильярд не входит в основную программу игр, но вызывает не менее живой интерес у болельщиков, так и у других участников спортивных игр. Но здесь, в отличие от других дисциплин, стоит полная тишина. Болеют за спортсменов тихо, ведь здесь важны концентрация, спокойствие и внимание, и шуметь в зале нельзя. В это же время в другом конце Амги стартовали соревнования по спортингу. 4 площадки. Мишени двигаются с разных точек. На первой площадке, например, синхронные стоят. Это одновременно вылетают 2 тарелки. На второй площадке поодиночке, по одной тарелке. На третьей площадке там плюсовые синхроны. Конкуренция не слабая. Отбор на квалификационных состязаниях из 31 команды прошли всего 12. Ну, в последнее время в Якутии конкуренция очень сильная. Наши стрелки всегда в России занимают призовые места. Ну, очень много зависит в нашем случае от юниора. Имена чемпионов станут известны уже 6 июля. Самые меткие стрелки и бильярдисты взойдут на пьедесталы 7-х спортивных игр народов Якутии.